Привет всем, меня зовут Александр Леонтьев, группа «Северный флот». Я москвич, у меня большая семья. Мы сидим дома уже недели две. И я настоятельно рекомендую всем поступать так же. Наша реальная ответственность друг перед другом заключается в том, чтобы беречь наших пожилых людей. Многие из нас, молодых, здоровых людей, могут даже не заметить, что переболели, и нечаянно заразить где-нибудь в транспорте бабушку или дедушку, и так никогда и не узнать, что старик тяжело заболел. Я считаю, что чем больше людей будет ответственно подходить к этой ситуации, тем быстрее все это закончится. Давайте надеяться на хорошее. Всем пока.